Всем привет! Продолжаем знакомить вас с новыми представителями серии фабрики печати Epson, которые заходят на рынок. И сегодня у меня Epson L6160, который позиционируется как модель для среднего и малого офиса. И стоит сказать, что в нем есть практически все необходимое, чтобы работа с документами была довольно комфортной. Во-первых, это разнообразие способов подключения. Здесь не только USB, но и Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct. Можно печатать с компьютеров, планшетов и смартфонов. Для последних понадобится приложение Epson iPrint. Оно бесплатное. Если вам нужно получить двусторонние отпечатки, то лишний раз к аппарату даже подходить не нужно. Есть функция автоматической двусторонней печати, что очень упрощает работу в офисе. Максимальная скорость печати 15 монохромных и 8 цветных страниц в минуту по международному стандарту. Хорошо справляется с печатью фото и изображений. Максимальное разрешение составляет 4800 на 1200 точек на дюйм. Размер капли 3,3 пикалитра, формат печати А4. И предусмотрена функция печати без полей. Это то, что касается печати. Но если вам понадобятся двусторонние копии, то здесь нет автоподатчика, поэтому документы нужно переворачивать вручную. Разрешение сканера составляет 1200 на 2400 dpi. Лоток подачи бумаги находится снизу и вмещает до 150 листов обычной плотности. И принимайте во внимание, что ограничение по максимальной плотности составляет 256 граммов на квадратный метр. Панель управления здесь подвижная, с современным дизайном кнопок. И есть жидкокристаллический дисплей диагональю 6,1 см. Жаль, он не сенсорный. Это фабрика печати, а значит картриджи здесь заменены большими чернильными контейнерами. Черный контейнер немного увеличен, поэтому полной заправки хватит на 7500 отпечатков, цветных на 6000. И главная особенность этой модели – это дизайн доноров. Они полностью встроены в корпус принтера и получили систему заправки Keylog. То есть для каждого цвета есть своя баночка чернил с уникальным ключиком. Чернила безопасно заправляются, ничего не разливается и руки остаются чистыми. В этой модели производитель предусмотрел сменный контейнер для отработанных чернил, чтобы можно было заменить без обращения в сервисный центр. Гарантия на L6160 составляет 12 месяцев или 50 тысяч отпечатков. Что же касается стоимости, то стоит рассчитывать на сумму примерно в $450. Кстати, хорошая новость. Если кто-то загорелся идеей покупки этой модели, то вот этот красавец ждет вас. Дарина, это что, телемагазин? Нет, ну а что делать? Не подсуетимся сейчас, он так и останется жить здесь, в нашей студии. Вон, L605, уже годовщину свою отпраздновал. В общем, заходите на оригиналом.нет. Мы точно знаем, какой принтер подходит именно вам. До встречи!